Но те, естественно, ее не увидят. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, вот и все. Такие вот дела. А я что, я ничего, я предупреждаю. Я про жизнь, да. Нынче. Так, Ультра Кастом Найт, если что. Я уже запускаю. Ультра Кастом, сейчас будем смотреть. На новое обновление. Я запустил или что? Ага. Я запустил или что? Ага. Она так долго запускается, нифига себе. У меня аж зависло, ты видал? Аж все залагало. Все нормально? Так, вроде нормально все. А настолько, короче, аж лагает. Жесть. Ну погнали, посмотрим. Итак, Ультра Кастом Найт. Значит, да вот, что это такое? Новый онлайн. Что? Какой онлайн? А, это типа... Не знаю, ладно. Так, новая... Давайте сразу... Ну, что? Подожди, тихо. Это что за упоротый Фредди? Я ору, ты посмотри на его рожу. Так, ну это какой-то обдолбанный балунбой. Подожди, это три Бонни? Ни хрена себе, три Бонни. Три Бонни в одном аниматронике, это вообще законно? Прикол-то в том, что тут Фредди... Что за прикол? Короче, у нас подряд тут косоглазый Фредди. Фредди без бровей. Фредди нормальный вроде. Фредди с открытым ртом. Голден Фредди. Еще один Голден Фредди. Что? Удивленный Фредди. Что это вообще за толпа Фредди? Я не понял. Какой размытый Фредди. Зашиби. У Фредди расфокусировка пошла какая-то. Я не понял. Что-то дохрена. Тут миллиард Фредди просто. Их дохрена. Что за бред? Зачем мне столько Фредди в одной игре? Еще Фредди, еще Фредди. Ну да, скример хот-дога, это, конечно, легенда просто, да. Мы если что, смотрим новых аниматроников. Мы тут вот такой я смотреть не буду даже. За что это? О, нифига себе, какой эпичный эндоскелет, да? Интересно. Так, пиксельная мангл, здравствуйте. Клоун из FNAF World пиксельного, зашибись. Повешенная мангл, здрасте. Не, ну их уже до хрена прям вообще, я сейчас это... Я их не, даже не сосчитаю, их миллиард. О, бобер. Так, ну это... Это все были. Во, какой-то черно-белый Бонни. А, Чика с подсолнухом. На жопе. Пиксельные пацаны. О, это же ты... Это, подожди, это кошмарный неоновый Бонни? Чего только не придумал. Ледяные, смотри, ледяные. Отмороженная Бэйби, отмороженная Балора. И отмороженный эндоскелет. Офигеть. Не, ну я просто пытаюсь... Просто повешенные мужики. Повешенные мужики просто, знаешь. Вот, ну твистеды были, твистеды были, подожди. По-моему, тут должны быть аниматроники с FNAF 9. Если их, конечно, добавили. О, это гибрид, кстати, аниматроник гибрид. Неплохо. Сосед просто, тупо сосед. Ага. Гличтра. Обезьяна? Макака, зашибись. Просто макака. О. Какой-то кривой Энерт. Малополигональный. Кстати, Shadow Mangle. А вот знаете, откуда? Откуда она взялась? Вообще, история Shadow Mangle, вы знаете? Это не как бы, это не Фантом Мангл, это Shadow Mangle из FNAF 8 VR. И знаете, кто ее нашел? Вы сейчас на него смотрите, это я его нашел, да, из взлома! То есть разраб видел мой взлом и добавил ее как скин, прикиньте, как аниматроника отдельного. Я единственный, кто во FNAF VR ее нашел, серьезно. И он ее добавил. То есть разраб смотрит мой канал. О, это прям классно. Это мне нравится. Офигенно. Так. Фантом этого Фредди. И тоже из FNAF VR. Блин, ну это круто. Ну, очень много новых. Они все вперемешку. Я, блин, мне глаза разбегаются. Они реально, они все вперемешку. Кстати, должны быть новые... А, ну вот, пожалуйста, балунбой болотный. Это вообще кто? Это рожа, что за бред? Это что-то из Илюмиксовской темы, да? Тут показаны значки, откуда он берет этих аниматроников. А это Бэйби Бало... А, подожди, Элеонора, да, это из книги, по-моему, Скотта. Как это вообще, какая-то упоротая курица. Идущая домой Чика, класс. О, Флампти, ребята!
Он начал, короче, пихать аниматроников из фанатских игр. Тут теперь Флампти, клоун, яйцо и сова. Просто бомж какой-то. Просто скример бомжа. Ну вот это надо было давно добавить. Скример бомжа. Вот чего не было во ФНАФе, так это скримера бомжа. Наконец-то! Наконец-то скример бомжа! Серьё... О, тут даже есть импостер, ребята. Импостер и скример бомжа. Вот это да. Это прям хорошо. Скример бомжа. Так вот, какой-то пацан укуренный и куча фантомов Shadow Candy. И зеленый фанатский какой-то пони. Блин, ну если я вот так сделаю, я, наверное, умру сразу, да? Потому что меня и компьютер умрет. Не, ну сейчас я просто все умрет. А что я должен был делать? Это если все на 20. Все на 20 это плохо, знаешь? Хорошо, давай поставим тех, которые, на мой взгляд, новые. Давайте я выберу новых аниматроников, я их поставлю. Вот давай, три убони. Три зайца сразу. Потом, что еще тут нового? Два бони. Ладно. Есть три обычных бони и два той бони, зашибись. Так, что еще новое сразу? Вот, что мне вот в глаза бросится, то я поставлю. Вот этот какой-то непонятный додик. Значит, дальше... сейчас, секундочку. Ну, пиксельных я ставить не буду, а вот повешенную мангу поставлю. Чисто по приколу. Хочу, чтобы она у меня в офисе повисела немножечко. Что еще тут из нового? Ну, давай... Тут вроде как кого-то, олдмен или кого-то там мне говорили поставить, типа будет что-то жесткое. То ли радугу, не помню уже. Если честно. Так, зеленый зай. Вот эту чику не помню. По-моему, она была уже. Давайте ледяных аниматроников поставим. Вот ледяную Балору и Бэйби. Эндоскелет ставить не буду, он интересный. Там дальше сейчас много новых будет, да? Вот, повешенных пацанов, чего бы нет. Повешенные пацаны. Твистеда вставить я не хочу. Фонарик поставим, а что это такое? Какой-то фонарик. Хрен поймешь. Так, это какие-то обезьяны. Ну, обезьян я не хочу ставить. Это вообще, ну, это не канон ни разу. Чего мне этих макак смотреть? Какой-то подмигивающий. Game Over Freddy, нифига себе. Game Over Freddy, интересно. Это что, ноги? Подожди. Тапки аниматроника? Меня будет пугать тапок? Не, ну бомжа это сразу, это 100% бомжа ставим, вы чё? Бомжа это вообще не обсуждается, бомжа надо ставить 100%. Как бы без бомжа ФНАФ вообще не ФНАФ, ты чё? Сейчас я только до него дойду, подожди, и поставим бомжа. Так, давайте, испуганный Фредди какой-то. И, значит, кто там ещё-то новый? Ща. Ну, это всё старое, это из ФНАФ Аэра, неинтересно. О, вообще, короче, какой-то упоротый Бонни. Упоротый той Бонни, прикольный такой. Поставим его. Так, скоро дойдем до бомжа, все нормально. Так, ну вот это какой-то прикольный, кстати. Это прям из мини-игры с какой-то. О, какой-то загруженный Фредди. Давайте чику эту упоротую поставим. Она из книги, кстати, из книги, вижу. Давайте Флампти поставим, чего бы нет. Чисто глянуть. Импостера обязательно и бомжа. По-моему, идеально, все. Импостер вообще отлично. Ну и давайте зеленого зайца еще. Все. Вот, сколько у нас получилось? Ну, парочка аниматроников. Давайте сыграем. Ну, типа, я думаю, мы не сдохнем сразу хотя бы. Итак, скример. Это что, дьявол? Ля, демон Фредди стоит, прикинь, демон Фредди, ребята. Секунду. Мне кто-то звонит. Это что за листовки? У меня какие-то листовки тут. А будет скример бомжа? Ой, да, в смысле ты тут откуда? А, в смысле? В смысле? Так, подожди, но это было Shadow Freddy какой-то, да? Сейчас мы его сразу откроем. Что это вообще что? Я просто поставил, просто посмотреть. Так, секунду, Shadow Freddy я отключу, он слишком быстро нас убил. Сейчас его хрен найдешь, конечно же. Так, где он там был-то? Ну, Shadow Freddy, вот, пожалуйста. Убираем. Так, погнали, еще раз. Еще раз. Ну, скример бомжа надо посмотреть обязательно. О, это что? Это рот огромный. Секунду, огромный рот. И что с ним делать?
Мне Фламки звонит. Внезапно. Ой, лицо! Я закрыл дверь. Ой, импостер идет! Тихо. Там импостер. Повешенный! Да в смысле, ты кто? Это Фредди с упоротым лицом. Это Фредди с упоротым лицом, я его тоже ставил. Подожди, там, короче, висят повешенные. Я их нашел на другой камере. Фламки мы тоже видели, я его тоже уберу. Он постоянно мне звонит, меня напрягает. Он звонит мне и разговаривает, меня бесит. Так, где этот Фламки? Пошел, вон. Ну, импостер, получается, лезет по вентиляции. Это несложно его вычислить. Бомжа надо вычислить, конечно. Так, вот эта маска пока ничего не делает, да? Листовки клеятся какие-то. Вот, двое идут. Расстроенный Фредди и импостер. Так, ну пока что повешенных нету. Листовки, ой. В смысле, это кто? В смысле 8 плюфов? 16. Как это набрать? А кто мне пример это решает, заставляет? Это не надо, да? А, я думал, это... Подожди. Что происходит? Там Фокси какой-то, смотрите. А я Фокси же не ставил никакого. Так, ну сейчас Фредди... Да в смысле? То есть у висельников тоже скримак? У висельников тоже скримак? Вы что, совсем? Так, я вот этого уберу, меня напрягает реально. Он просто меня напрягает. Давайте я уберу висельников. Где они? И мы сейчас выясним, где ходит бомж. Секундочку. Где описание бомжа? Мы хотя бы посмотрим на него. Так. Каждые 9 фас монет он появляется на экране. Серьезно? То есть мы собираем... Мы мелочь собираем, он спавнится, серьезно? Я пошел монетки спать. Тихо, монетки. Да монетки нужны срочно, тихо. Мы бомжа вызывать сейчас, бомжа вызывать. Тихо, 2, 4, 5. Тихо, 6. 7, 8, 9. Это бомж? Ну, сзади меня, это Маркиплер, если еще. А почему бомж-то? Ну, я бы не сказал, что Маркиплер бомж, если честно. Ну да ладно. Так, у нас есть подарок за 14 коинов, кстати. 14. Подождите. Там подарок за 14 коинов есть, секунду. Да дайте, где подарок-то, ё-моё. Хочу купить, вот. 20, он уже долго дорожает. Чё за цены такие, подарок дорожает. Чё за трэш? Это что за Соник на максималках? Яру! Хочу еще. Там был Балди возле Лайдер из Фредди в космосе 2. Там был Лолбит возле Фредди в космосе 2? Там был Балди. А, да мне насрать на Балди. Балди уже давно, это, как бы, фу. Так что забей на огонь, спасибо. Ну, короче, эти мемасы угарные, надо побольше, кстати. Побольше, спасибо за 10 рублей. Это был расстроенный Фредди. Где я? А это я на стриме на вплейну загляну, как я на пару чашечек чая. Так, где а если по-нормально, как дело? Офигенно, спасибо тебе большое. Так, мне нужно убрать... Вот, расстроенный Фредди. Убираем его и идем дальше на карту. Спасибо, бочек, офигенно, спасибо. Так, смотрите. Я хочу мимасов побольше, мне понравилось. Мимасы с бомжом просто легендарные, секундочку. Так, ну-ка давай, по-быстрому собираем монетки, просто по фасту. Тык-тык. Быстро. Вот, ща, опа. Серьезно, это давка? Давка, не плачь, все нормально, ты пройдешь когда-нибудь 50 на 20. Или ты уже прошел, не знаю. Пофиг. Дайте. Вот он, бомж! Мы нашли его! Мы нашли бомжа! Есть! Мы это сделали! Мы нашли бомжа! Хорошо. Слава тебе богу, да. Наконец-то! Мы так долго тебя искали, бомж! Бомж Валера, он здесь. Кого еще мы увидим? Мне уже интересно. Да блин, это было! Это давка! Это было! Чё ещё, секундочку. Тихо, а чё? Какого хрена ко мне приходит зеленый Фредди? Я ж его не ставил. Так, только спокойно. Давайте, быстрее. О! Так, это чувак по теориям американским, этого я знаю. Он делает теории на инглише.
Быстрее, еще, кто еще? Дайте бомжа, пожалуйста. Можно бомжа? Разочек. Да давка, ты достал уже орать! Живой, ты уже тысячу раз попадался. Давка, отстань, пожалуйста. Давка, ну спокойно. Мы бомжа ищем. Давка, ты не видел бомжа? Не, ну я пока живу, у меня импостеры все... Охренеть! Вот это скриманул, так скриманул. То есть это, короче, додик с косой. Меня скриманул, представляешь? Ну ладно, мы видели бомжа, можно на него больше не смотреть. Все, я вам показал бомжа, я сделал все как надо. Смотрите, по идее, если мы зайдем в магазин, то тут будет что? Новые скины. Вот смотри, наркоманский Эндо и, собственно, неоновые эти куклы. Прикольно, да? Вот этого добавили. А чё мне так денег мало? Я бомж какой-то вообще. У меня очень мало денег. А добавили новую мини-игру, мне интересно, реально. Новая, может, новая мини-игра появилась. Давайте глянем. Так, нет, тут все так и было. Где-то вот здесь, да, мини... Подожди, не понял. Это что? Это же был Санс. Это Санс! Это Санс. Это звук Санса из этого Undertale. Подожди, а вот Trophy Room, вот здесь, да? Не, по-моему, Endless это что? А что такое Endless? Это бесконечная мини-игра, типа? Но мини-игры, я так понимаю, здесь больше нет, да? Ну это мало, я думал, будет мини-игра. Спасибо, Почка. Сори, что меня так долго не было. Просто скоро меня зовет армия, я ссусь в штаны, ожидая, когда военком приедет. Да, ты заплати, откоси, и все, не ссысь в штаны. Все будет нормально. Спасибо тебе большое, задончик. Ну, типа, короче, ладно, мы увидели... Цифра 3. Не, ладно, короче, мы увидели с вами бомжа, скример. Я думаю, этого хватит. Ну, типа, скример бомжа, это легендарно. Как бы, сколько аниматроников всего, мне просто интересно. Где? Сколько их? 532? Но это без скинов, это без, со скинами больше, естественно. Тут просто не написано, сколько тут скинов. Это плохо. Так, вот я поставил, типа, всех новых, да? Да, давайте, я просто поставил 20 новых персонажей, давайте затестим. Чисто 20 новых персонажей, катка с 20 новыми. О, ля, что, яйцо? Что происходит? Так, яйцо. Балун, подарки, кексик, что происходит? Нахрен, я закрою все. Охренеть, балунбой! Так, подожди. А его не было разве? Балунбой, что, не было? Он новый? Ну, это балунбой с Нафэр, я так понимаю. Подарки. Типа, а что страшного в подарках? А вот это вот вообще злой скелет. Куклы, Твистед Волка не было, нифига себе. Так, сейчас балунбоя мы сольем. Ага. Внезапно вообще. Ой, вот эта чика прикольная, она где вообще находится? F4 в офисе, ну короче, ну ладно, это что-то надо ее, из офиса выкуривать. Сейчас посмотрим. А, он мой курсор ворует! Яйцо ворует, смотри, он курсор мой, видишь? Он его ест! Он ест мой курсор! Так, кексик, пошел нахрен! Кексик сломал вентиляцию, ты чё? Что происходит? Макака? Крюк? В смысле, какой? Кого? Что? Макака! Скример макаки! Скример макаки! Да какого хрена? То скример бомжа, то скример макаки. Что дальше в этой игре будет? Давайте добавим сюда крокодилов, бегемотов, все на свете, да? Что, раз макаки добавили, давайте все остальное тогда. Не, ну скример макай, конечно, да, я это... к такому меня ФНАФ не готовил еще никогда. Так, отстань мою мышку воровать. Я пытаюсь найти аниматроников на... Так, яйцо. А что делать? Опять зеленый Фредди. Да зеленый Фредди. Повиделятся импостер, гай. Тут никого... А тут висельники. А как их убирать? Как убрать висельников? Да не буду я... Балди идет, смотри, реально.
Балди идет. Он что, во FNAF Fire? Да что за Сантос, а? Охренели? Я не понял, а чё висельники такие дикие? Висельники вообще, короче, агрятся жестко. Типа, я на них смотрел, я на них светил. А как от них? Они у тебя вовсе появляются. А, надо F4. Да это опять надо холодно делать. F4 же это, по-моему, вентилятор, да? Ну и ладно. Да мы сейчас смотрим новых аниматроников. А, так тут же... тут же еще разные пиццерии, ну конечно. Про это я и забыл. Тут же еще пиццерии, хрена, уйди. Да в смысле, Фокси, не трогай. Оля, какой злой. На-ка, аниматроник, 80 рублей. Прокрути меню в самый низ, и там будет секретка. В какое меню? Я меню крутил в самый низ, там ничего не было. Спасибо большое. Так, что происходит? Да у меня все ломается! Да конечно! А ничего, что я где только что смотрел! Это какой-то жесткий аниматроник, короче, ладно. Сейчас мы сделаем так. Я его отключу. Сказали меню в самый низ прокрутить? Меню. Меню это. Ну вот, вот это нет. Кручу в самый низ. А-а-а! Чё нафиг? Кого? Кого, блин? Ты кто? Здесь кто-нибудь есть? Так я есть, и да. И зрители все здесь. А чё тебе надо? Ты чё тут делаешь? Давай без скримаков только, слышь, давай без фокусов. Я думаю, что нет. Да в смысле, я здесь, я ж тебе... А, и все. Я думал, сейчас скриманет. Ладно, это было забавно. Это было забавно, мне понравилось. Типа я разогнался вниз проматывать, и потом раз, там заяц сидит. Сидит заяц. Блин, прикольная пасхалка, прямо это, да. За это можно и лайков влепить. Необычненько, необычненько. Кто нас напугал? Я того убрал? Я того убрал. Все, погнали дальше. Так. Телефон. А телефон тут сидел или нет? Ну-ка, секунду, где там еще камеры-то? Ну-ка, вот. Чего, блин? Два Фокси в шахматы играют? В смысле? В смысле? Зеленые и фиолетовые Фокси играют в шахматы? Что? Так, я не понял. Мы увидели уже бомжа, яйцо, скример-макаки, а теперь два Фокси играют в шахматы. Чё нахрен происходит с этим ФНАФом? Что происходит с этим ФНАФом? Алло? Мне кто-нибудь может ответить на это? Так, вентиляция, успокойся, пожалуйста. Пицца? Так, я собрал какую-то пиццу. Еще пицца. Ага. Hello. Еще пицца, прикольно. Так, что дальше? Это кто? Опять макака? Уйди нахрен, макака! Так, это куча параши какой-то. О, здорово. Цветочек. Я забрал у него часы. Что происходит? Я только что отобрал у цветочка часы. И срубил, где меня подарки напугали. Чего, блин? Вы что, совсем уже? Скример подарков? Скример, блин, подарков? Не, я думал, меня больше ничего не удивит. Вот, Серёга, я думал, меня больше нахрен невозможно удивить. Нет, вот тебе, на, скример подарков. И думай, что хочешь, я не знаю. Мне теперь бояться под елку залазить на Новый год, или что? Какого хрена? Мне теперь будут подарки дарить, я теперь бояться буду в угол забиваться, что за бред? Скример подарков, додумались вообще, ну... Не, ну я не знаю. По-моему, это самое упоротое обновление пока что. Вот на данный момент это прям максимально упоротое обновление Ultra Custom Night. Извините. Это полный, тот лютый трэш. Блин, скример подарков. Скример, блин, подарков. Я пошел сюда. Все, я вам обещал секретный ФНАФ. Погнали. Секретный ФНАФ, ребят, вот.